بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله والحمد لله. الله يا الله سبحان الله. الله يا الله والحمد لله. الله يا الله سبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем наше обсуждение вопросов исламской идеологии. На предыдущих уроках мы говорили о необходимости ниспослания пророков, о необходимости наличия откровения, ниспослания откровения. И в связи с этим мы привели два довода, два логических довода, два аргумента разума. И последний довод, который мы разбирали, звучал следующим образом. Человек создан с определенной целью. Для достижения этой цели ему Богом дарована воля, свобода воли дарована Богом человеку для того, чтобы он достиг этой своей цели. Но в чем заключается суть, в чем заключается смысл наличия этой свободы воли? В том, чтобы он в том или ином своем действии, в том или ином своем шаге, в том или ином своем поступке выбирал то, что является для него выгодным, то, что является добром для него, выбирал именно то, что приводит его к тому результату, к той цели, ради которой он создан. А чтобы выбрать, необходимо знать, необходимо понимать, что есть выгода, что есть вред. И собственных знаний человека для этого совершенно недостаточно. Именно поэтому необходимость имеется в откровении. Имеется необходимость в том, чтобы Бог, который создал этого человека для этой цели, и для этой цели даровал ему свободу выбора, свободу воли, чтобы он в конце концов научил человека, дал человеку понимание того, что есть хорошо, а что есть плохо для него. Даже пусть в мельчайших деталях, то есть чтобы дал понимание, средства достижения той цели, ради которой он создан, в мельчайших деталях. Таким образом, мы ясно и недвусмысленно обнаруживаем необходимость наличия откровения, воспользовавшись которым человек может получить правильное понимание, знание того, что ему необходимо и от чего ему стоит убегать, от чего ему стоит избегать. Это был второй довод, второй логический довод необходимости наличия откровения и наличия пророков. Разберем третий довод, третье доказательство, которое, возможно, на первый взгляд довольно-таки похоже на первое доказательство и на второе доказательство, точно так же, как на первый взгляд похожи первые два доказательства. Но все-таки здесь немножко имеется альтернативный взгляд. То есть с альтернативной точки зрения доказывается необходимость наличие откровения. А доказательство это заключается в следующем. Возможно, для многих это будет более актуальным доказательством, более понятным доказательством, чем предыдущие доказательства. И почему, мы разберем после изложения доказательства, довода. Разберем вопрос о том, чем же эти доказательства между собой отличаются. Итак, третье доказательство гласит, что человек является существом общественным. То есть это существо, которое не может жить само по себе, без других людей. Ему необходимо взаимодействовать. В частности, например, для того, чтобы зарабатывать, он должен устраиваться на работу, находить общий язык со своими коллегами, со своим начальством. В конце концов, ему необходимо создать семью,
ему необходимо наладить отношения с друзьями, с членами своего семейства, со своими близкими и так далее. Человек так устроен, что один в изоляции, в совершенной и полной изоляции, ему крайне сложно жить. И даже те люди, которые любят уединяться, даже эти люди не способны жить в полной изоляции. И любовь к уединению и изоляции у них ограничена. Ограничена какими-то обстоятельствами, какими-то днями, какой-то ситуацией. А полностью изолироваться, полностью быть самостоятельным, они просто-напросто не могут. В конце концов, они нуждаются в услугах других людей. Таким образом, мы видим, что человек является существом общественным. И это обстоятельство говорит нам о том, что общественная жизнь человека, то есть, по сути, жизнь человека, так как она является общественной, жизнь человека нуждается в законах, которые урегулировали бы эти отношения между людьми. Отношения человека с другими людьми, в частности, брачные отношения, деловые отношения, гражданские отношения и так далее, и так далее, и тому подобное. То есть в общественной жизни наличие закона, наличие правила просто-напросто необходимо. Невозможно вести общественную жизнь, но при этом никак не регулировать эти отношения, эту жизнь. Это просто-напросто невозможно. Должны быть какие-то правила, какие-то законы, по которым человек живет, от чего человек мог бы отталкиваться. Итак, мы видим, что человек является существом общественным, а общественность требует законов. А каковы должны быть эти законы? Что из себя должны представлять эти законы? Для чего они нужны? Каковы они должны быть? Какими характеристиками? Какими особенностями эти законы должны обладать? Вне всякого сомнения, законы должны быть идеальными. Они должны отвечать на все требования, на все нужды и разрешать все нужды человека. Здесь очень важно понимать, что эти нужды абсолютно не ограничены материальными нуждами, нуждами этого мира. Более того, человек нуждается в духовных ценностях и в чем-то духовном, у него имеются духовные потребности. Именно поэтому закон должен быть таковым, чтобы регулировать и отвечать на его нужды как в материальной его стороне, так и в духовной его стороне. Здесь возникает вопрос. Откуда взяться такому закону? Что необходимо, чтобы такой закон появился? Кто может написать такой закон? Может ли этот закон написать тот, кто не знает о нуждах человека? И это на самом деле очень важный, очень значимый вопрос. Человечество очень долгое время изучает самого себя. Есть ряд наук, которые призваны познать человека. В частности, это психология. Но и не только психология, есть ряд, множество наук, которые изучают человека. Но все эти науки бессильны, на самом деле признают свою беспомощность в познании глубин человеческой природы. Все эти науки признаются в своей беспомощности. Все это говорит о том, что несмотря на все попытки человека, человек сам себя все еще познать не смог. И как следствие не смог познать свои истинные потребности. Да, мы знаем, что человек нуждается в еде. Мы знаем, что человек нуждается во сне. Но давайте, положа руку на сердце и честно перед самими собой, ответим, достаточно ли этого всего человеку? Мы обнаружим огромное количество людей, которые
обладают всем этим в достатке, но при этом испытывают какой-то недостаток, испытывают какой-то дискомфорт. Все это говорит о том, что вот эти материальные блага, они не способны ответить и решить все потребности человека. Таким образом, мы обнаруживаем, что человек сам себя до сих пор не познал и не познал свои потребности. И теперь очень важный и значимый вопрос. Может ли он, этот человек, который не познал человека, то есть не познал себя, свою истинную природу, истинную сущность, может ли он написать закон, который ответил бы на все его нужды, был бы решением всех его проблем, так как материальных, так и духовных. Решением всех общественных проблем, как материальных, так и духовных. Конечно же нет, потому что человек до сих пор не познал себя. Ему необходим закон от того, кто знает его, знает человеческую природу, знает, в чем его нужда, что нужно этому человеку на самом деле. Для счастья, для блаженства, для достижения совершенства, что ему необходимо, в частности, для общественной жизни, что необходимо человеку. То есть, другими словами, необходим тот, кто создал человека и прекрасно знает, что он из себя представляет. И давайте зададимся еще одним вопросом, не менее важным. Человек, который является ограниченным, нуждающимся, может ли он написать нечто, что разрешило бы все общественные проблемы? То есть человек, который имеет интерес в этом законе, другими словами, если задавать этот вопрос, человек, который имеет интерес в написании этого закона, может ли он решить общественные проблемы, написав этот закон? Другими словами, человек, который видит материальный интерес, например, в том или ином законе о налогах, или видит интерес в том или ином законе из гражданского права, из гражданского кодекса. Может ли этот человек, который заинтересован, например, гражданский кодекс пишется, участвует в написании гражданского кодекса мужчина, и он хочет написать так, чтобы мужчине было выгоднее от этого закона, чем женщине, или же закон о налогах. Может ли человек, которому, например, какие-то корпорации, которого какие-то корпорации, какие-то организации лоббируют, чтобы он не принял тот или иной закон, или другие корпорации лоббируют, чтобы он принял этот закон, тот или иной закон. Может ли этот человек принять закон, который ответил бы на самом деле на нужды человека? Это ведь актуальная проблема. Мы видим, что те законы, которые принимаются человеком, эти законы не способны разрешить человеческие проблемы. Даже материальные проблемы человека не способны разрешить, потому что законописец, который является нуждающимся, он имеет свои интересы. Имеет интересы, именно поэтому пишет закон с этой точки зрения. И поэтому материальные проблемы не разрешаются, не говоря уже о том, чтобы эти законы разрешали духовные проблемы. Поэтому совершенно очевидно, что необходим тот, кто ни в чем не нуждается, не имеет интереса в том или ином законе. Пишет закон беспристрастно, пишет закон абсолютно объективно, исключительно рассматривая нужду того, для кого он пишет этот закон. И таких примеров, таких сторон, таких ключевых моментов мы обнаруживаем огромное множество. И мы сейчас в большей части говорим о духовной, о материальной части человеческой жизни. А если говорить о духовной, то здесь еще больше проблем возникает, когда закон пишется самим человеком.
И поэтому необходимо, чтобы Бог ниспослал закон, совершенный закон, подчиняться которому Он призвал бы, и подчинившись которому человек достиг бы тех своих целей, целей, для которых он создан, в том числе легко урегулировал бы свои общественные отношения. Наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.